Привет всем, ребята, с вами Рик, и мы продолжаем приходить дополнение к игре «Одни из нас». Не забываем, ребята, ставить лайки, подписываться на мой канал, и приятного просмотра. Так, ну все, мы можем решетку открыть. Только попробуй не открыть. Ой, как шумит. Зашибись! Закрывай, закрывай. Вертолет. Я пришла. Ну почему ты не можешь закрыть? Все же припрутся же, гады. Так, посмотрим, что-нибудь можем изготовить. Так, аптечку. Так, коктейль молота пока не можем. Но три аптечки нам хватит. Ну давайте на всякий случай домовую бомбу изготовим. Так. Давайте здесь осмотримся. Потом уже пойдем к вертолету. Так, у нас диктофон. Послушаем. Ну, Элис, я нашла пару диктофонов. Может, получится задокументировать все, что происходит. Ну и хоть теперь есть повод поговорить. Пусть даже с самой собой. Ты меня той ночью сильно ударил. Синяк до сих пор болит. Я пыталась тебя покормить. А ты стал кричать, что я ворую твою еду. Ты хоть представляешь, какая я голодная? Я понимаю, что это у тебя от лихорадки, но... Я ведь ушла от тебя. Отошла на добрых 10 миль, а потом повернула назад. Ты говорил, спим вместе, едим вместе, срём вместе. Мы одна семья. Так что нет, я никуда не уйду. Боже, помоги ему выздороветь. И прослушали. Короче, тот уже превращался, а Элис не могла... Кто там? Элис, скажись. Короче, она вернулась. Хотела бросить, в результате вернулась. И не могла выслушивать его упреки. Остались только аудиозапись от человека. Так, не говорите, что мне наверх надо залезать. А, черт. Так, спокойно. Спокойно. Сейчас же все рухнет. И стекло треснет. Осторожней. С такой высоты грохнуться, это вообще охренеть можно. Ну, давай. Один прыжок, и мы в дамках. Чёрт! Грохот такой. Твою. Только как бы он возвращаться? Интересно. Ну, готово. Чё, воспоминаниям? Готово.
Карусель. Нифига себе. Кто-то? Это мы где машины били? Эй, а солдаты не увидят, что мы тут свет зажгли? Не, снаружи огни не горят. Откуда ты знаешь? Цикада Мелани мне рассказала. Так, ничего, машина. Прикольная штука. Попробуем? Ага, и зомбаки сейчас придут, да? А мы здесь будем крутиться. На карусели. Ладно. Ну, да. Покатаемся. Ты готова? Что мы делаем? Ух ты, ух ты! Райли, иди сюда! Нет, без меня. Вот это да, я балдею! Ух ты! Давай, поднимайся, садись рядом. Ладно, подожди. Карусель, карусель, ту-ту-ту, ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. Что за шум? Ох ты! Нет. Ну я же только села. Оживай! Подожди. Отстой. Ну, а мне зато понравилось. О, я придумала. Что это? Что треугольник сказал кругу? Что это? Катись отсюда. Сучка, это же книжка каламбуров. Что сделал людоед, когда опоздал на вечеринку? Попросил плечики. На, это тебе. Знаешь, пожалуй, ты все-таки снова мой лучший друг. Так, к слову. Я же тебя знаю. Так, к слову. Ладно, ты готова? Давай. Однажды два галстука зашли в бар и залили за воротник. По-моему, неплохо. Вот это класс. Нет ничего круче поутру, чем вареное яйцо. Смешно. Да, смешно. Мне нравится. Ну, давайте еще третью шутку. Я читаю книжку про гравитацию, и от нее просто не оторваться. Клево. Да, прикольно. Ладно уже. Ладно, хватит. Это я пока уберу. Шутки в сторону. А здесь что у нас такое? И как это работает? Мне кажется, там все сказано. Ну, вроде. Давай я. Нет, знаешь что? Давай ты. Ну, поехали. Так, любовь, дружба, стиль. Ну, дружба, выберем, конечно. Друзей. Как это мило. Я лягух. Тут персонажей не выбирают. Ты кролик. Ну, пусть буду кроликом. Выбираю лягушку. Оп, сыр. Извини, поза. Ангелочки. А теперь страшно. Динозавр! Ой! Так, так, давай мерзкие рожи. Давай. Надуваем щеки. Ну-ка, сделай глупое лицо. Давай. Пятачок. О, готово. Клёво. Эй, это мы. Глупо выглядим. Глупо, но круто. Ну, о, все. Вот это круто! Что такое Facebook? Может, что-то типа скраббука? Facebook? Нет, конечно. О, мы можем их просто распечатать. Так, ну-ка, давай нам фотки. Даже не верится, что получится. И мне. Заново. Ладно. Принтер не работает. Что?
Да иди ты в жопу! Конечно, не работает, уже краска высохла. Ой. Может, надо вдарить по нему? Вот ой. И все. Ой-ой. Что это было? Мы ее сломали. Да, похоже на то. Ну. Пойдем дальше. Давай. Дальше смотреть какие-нибудь интересные ништяки. Через 10 минут начинается 6-часовая смена. Все рекруты должны прибыть на место службы. Как она меня бесит. Она может нормально говорить? Вот правда. Я бы говорила так. Внимание. Через 10 минут начинается 6-часовая смена. Так, давай я теперь. Все граждане обязаны постоянно иметь при себе удостоверение личности. Докладывайте местному администратору обо всех людях с симптомами болезни. Помните, бездействие смертельно опасно. Да, так было бы в 100 раз лучше. Так, а куда, наверх? Поднимемся наверх. Интересно, что там? Ты мои мысли читаешь. Эскалатор еще работает. Офигеть. Ну-ка, а там что? Странно, здесь ни оружия, ничего не дают. Значит, здесь такого ничего не будет происходить. Ого! Эй, смотри! Ну? О! Засосал ногу. Рояз? Аркада? О, ничего себе! Я же говорила. Все разбиты автоматы. Игрушку. Нельзя? Плохо. Какой-нибудь целый автомат-то будет. Вот, у нас есть. Нет, неужели не работает? Не работает. А я думала, что сейчас поиграю. Так, видеоигры. Давай. Как? Так, иди сюда. Закрой глаза. Давай. Ладно. Вот тебе управление. Это удар рукой, это ногой, а это блок. Ладно. Сначала тебе надо выбрать героя. Ты выбрала безжалостную, убийственно красивую воительницу по имени Angel Knives. Это я все должна представить? Глаза. Ну хорошо. Она стоит у храма тьмы. Древнего таинственного здания, где проходят турниры бессмертных. Твой противник, черный клык, выходит из храма. Он супер накачанный белый чувак с 3 руками. Он хочет пустить тебе кровь. Он встает в стойку и врубается музыка. Готова? Давай. Первый раунд. Старт. Начинается первый раунд. Черный клык бросается на тебя и проводит двойной удар. Прыгай! Вот так. Он промахнулся. Ты позади него. Скорее бей его в спину. Мощно врезала ему локтем, сняв 15% здоровья. Да. Он разворачивается и проводит прием «Черная лапа». Что делать? Зажми назад и блок. Надо одновременно нажимать. Он тебя резанул. Он тебя схватил. Удар. Освободился. Удар рукой, блок, пинок. Это шквал клинков. Ставь блок. Так его. Давай спецприем. Вниз, вперед, удар рукой. Нет. Это.
Так. Да. Экран темнеет. Клинки Angel Knives начинают светиться. Она вонзает их в противника снова и снова, пока у того сердце не вылетает из груди. Затем ударом ноги с разворота она сносит ему башку. Из раны бьет кровавый фонтан. Всю сцену заливает кровью. О, класс! Это ультраубийство. Angel Knives торжествующе вздымает кулаки над головой. Ты победила. Я победила! Для первого раза неплохо. Mortal Kombat сыграли. Неплохо. Да кайф же. Ну, типа того. Ты слышишь? Слушай, нам пора назад. Мне пора назад. У тебя времени полно. Райли, если я опять накосячу, меня оттуда попрут. А завтра тогда продолжим. Не получится. Я не смогу. Ну, тогда в другой день. Почему ты не сможешь? Ладно, а когда же? Мне приказано уходить. Откуда? Из Бостона. Меня переводят в отряд в другом городе. Я просила, чтобы меня оставили здесь. Но ты же знаешь, Марлин. Она спуску не дает, всех испытывает. Меня заберут завтра. Ясно. И все? А что я должна сказать? Не знаю, дай дружеский совет. Я серьезно. Никуда ты не пойдешь. Зачем мы здесь? Хотела повидаться. Пошли не день провести. Нет, зачем мы здесь? Чтоб ты запомнил свою подругу как лучше. Не знаю. Чтоб провести самый... Хочешь совета? Уходи. Шикарный. Давай, ночь. Попрощаемся и все. Пойду гляну, что за музыка. Райли. Райли! Твою мать. Куда она делась? Райли! Райли! И хрена как там музыка орёт, если даже здесь слышно. А за боки сейчас припрутся. Куда ты вообще убежал? Здесь музыки даже нет. Вон микроволновочка. Можно разогреть что-нибудь. Когда-нибудь видела? Больше не разговариваем? Не знаю, сама решай. Слушай, хватит на меня дуться. Это я должна дуться. За что? Я просто спросила совета. С каких пор тебе важно мое мнение? Мы дружили. Мы были больше, чем друзья, а потом ты послала меня в жопу и смылась. Хорошее объяснение. Ты весь день. Мне кажется, всю ночь. Тебя совесть мучает? Или она хочешь загладить день? Вину? Я тебя прощаю. Вот именно загладить хочет.
Я сейчас должна быть на другом конце города. Если меня, цикаду, тут схватят, мне конец. Не из-за мук совести я пробиралась через заставы, Элли. Да, я натворила такого, что теперь вроде как и не исправишь, но... Я пытаюсь. Кстати говоря... Те водяные ружья, о которых ты мечтала. Меня из-за них чуть не грохнули. Сюрприз. Спасибо. Всю жизнь мечтал о них. Бой начинается. Ладно. Сначала я тебя уничтожу. Потом поговорим. Ох, я тебя замочу. Давай, попробуй, цикада. Что, страшно? Элли, идем! Что? Нравится? Что? Ага. Ну, блин! Бу! Так нечестно! Я тебя замочила. Что? Да ты и не попала! До нитки. Ладно. Считай до пяти. Я спрячусь и начнем охоту. В кого первым попадут, тот проиграл. Ладно. Закрой глаза. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Готова? Так, прячемся. Ты туда убежал? Сейчас я тебя поймаю. Куда ты убежал? Да. Ну вот! Гадство! Ну что, до двух побед? Давай, иди уже! Раз, два, три, четыре, пять! Я иду искать. Тебе конец! Что это? Да где Аквамен? Ааа, зараза! Ну ты крутая, ты крутая. Знаешь что, тебе просто повезло. Повезло? Да. Хочешь еще разок? Я... Да нет. Хочу, но... Тебе пора идти. Мне пора идти. Ну ладно. Хорошо. Давай хоть провожу. Давай. Сейчас я только рюкзак возьму. Эй,
Слушай. Я тогда злилась, но я серьезно. Уходи. Ты ведь так давно этого хотела. Это твоя мечта. Мне ли тебя держать? Кому, если не тебе? Нет, прошу, не уходи. Я без тебя не смогу. Переживу. И ты переживешь. И мы с тобой еще увидимся. Оставь их себе. Мне-то они зачем? Ты все таскаешь этот плеер? А то. Покажи. На. И что там? Там твоя кассета. Да, тебе без меня будет тяжко. Заткнись. Брось все, пойдем. А куда? Увидишь. Опять куда-то уходим. Ага. Вот оно. Ты что? Да ну, иди сюда. Залезай ко мне. Вот тупость. Еще танцы. Давай. Девчонки развлекаются. Ты все равно переживаешь. Ты чего? Эй, что-то не так? Не уходи. Да, серьезно вы? Элли, как ты могла вообще? Прости. За что? И что теперь? Разберемся. Но вряд ли Марлин согласится. Стой! Охренеть! Райли! Охренеть! Дослушались музыку. Джоэл! Ну что, ребята, давайте на этом серию закончим. Уже увидимся в следующей серии. С вами был Рик. Всем пока.